Всем здорово, ребят, сегодня играю на проекте Смотра Рэч, все нужные ссылочки находятся в описании, также в описании находится мой промокод, который вам даст 50 тысяч игровой валюты на старте. Сегодня у нас будет обзор на самую дорогую тачку на сервере, на Lamborghini Sian, стоит она 280 000. Максималка у нее 400 км в час. Что я могу сказать? По-моему, за 280 000 максималка лично мне кажется немного маловато. Сделал бы 420 хотя бы. Ну ладно, я не разраб, я, может быть, что-то не понимаю. Просто высказал свое мнение насчет максималки. Перейдем дальше, к тюнингу. Тюнинг — это, наверное, самая наболевшая тема на смотре, потому что от цены тачки много чего зависит в тюнинге. Я понимаю, поменять движку, поменять турбину, поменять подвеску, тормоза, но... Почему от ценника автомобиля зависит цена на тонер? Почему от нее зависит неон, трубки неона? Короче, я думаю, вы поняли. Кто играет на смотре, меня точно понял, про что я говорю. Не знаю, надеюсь, это с обновлением уберут, но пока что как бы... ФТ этой Lamborghini обошелся мне в такую нормальную цену. Я, в принципе, вставлю видеоряд, как я тюнил. То есть сейчас я, в принципе, обзор немного посерьезнее записал. Я начал записывать с того момента, когда я только купил тачку, а не как с Маклареном. То, что я Макларен купил, заэфтешил, а потом уже начал записывать на него обзор. Что я могу сказать про Lamborghini? Не знаю, как действительно, но мне кажется то, что у Макларена разгон побыстрее будет, чем у этой Ламбы. Я, в принципе, наверное, вставлю разгон Макларена и разгон Lamborghini. Не знаю, делайте выводы сами. Я, в принципе, наверное, еще этот таймер прикреплю, если не забуду, конечно. Насчет управляемости и тормозов. Мне показалось то, что управляемость и тормоза хуже, чем у Макларена. Я бы это, в принципе, мог бы чипом бы попытаться исправить, но проблема в том, что видеоряд-то записан немного раньше, чем звуковая дорожка сейчас пишется, потому что, когда я купил Ламбу, я писал видос, я болтал, но потом, когда я видос дописал, смотрю видос, а звука нет. Спасибо Блюете, что... не записал. Ну, это даже, наверное, не Блюете, а как NVIDIA GeForce Experience, потому что там, если ты микрофон случайно отсоединишь, а у меня тут проблемы с USB-проводом, то у тебя не будет писаться звук, то есть тебе надо будет заново через LZ микрофон выбрать твой. И у меня не записался звук, и поэтому я сейчас звуковую дорожку пишу на следующий день. И я не могу чисто физически сейчас пойти протюнить Lamborghini, потому что я ее слил на свалку. Но я пока сужу по тому, что я видел, то есть сужу по тест-драйву его своему и скажу то, что Макларен намного лучше в плане разгона, в плане управляемости, в плане тормозов. Единственный плюс, который я в Lamborghini увидел, это такой забавный плюс, это я в принципе видос вставлю. Скажу честно, я когда сделал, я немного удивился и меня пробило на нотки ностальгии, потому что я такое последний раз делал в МТА в 2019 году. По стенкам так катался, то что я мог с одной стенки переехать на другую через потолок. Единственный, наверное, забавный плюс у этой тачки, другого я просто не вижу, кроме ее максималки и кроме ее вот этого плюса. Ну еще плюс это цена ее, потому что самая дорогая тачка, камон, понты и все дела. Но это не ко мне относится, не люблю понтоваться и не люблю эти всякие дорогие тачки, Lamborghini, Ferrari, фу. Вот Skyline R34, вот это да. Но в принципе, если вы задумались о этой покупке, если у вас есть деньги, то чисто из-за максималки и чисто из-за того, что это самая дорогая тачка на сервере, и вы ее можете взять, она в принципе не такая уж и плохая. То есть управляемость нормальная, тормоза нормальные, разгон нормальный. Максималка, естественно, самая быстрая на сервере, просто немного хуже управляемости тормоза, чем у Макларена. Кстати, кому интересно, сколько стоит слив в свалку этой Lamborghini? 191 миллион 250 тысяч. Такая скромненькая цена за тачку за 280 000, плюс еще там ФТ обошелся в лямов 50. Мне, наверное, по этой тачке уже больше нечего сказать. В принципе, то, что надо, я показал, рассказал. На видосе уже вы все увидели. Увидели ценник ФТ, увидели слив, увидели, как эта машина вообще едет. Пишите в комменты, какие тачки вы хотите еще видеть на тест-драйве, потому что, как бы, есть возможности. А так, в принципе, что я могу сказать? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ждите новые видосы, там пишите комменты. Всем удачи и до встречи!